Дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighters. Fighter in the blue corner from Solikamsk, Russia. He is 27 years old, 178 centimeters tall and weighing in 70.55 kilograms. His professional records: 8 fights, 7 wins, 1 loss. Синему глубоец из города Соликамск, Россия. Ему 27 лет. Рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов, 550 граммов. Профессиональный рекорд 8 боев. 7 побед, 1 поражение. Бойцовский клуб «Тафгай». Владислав Украинец. Fighter in the red corner from Minsk, Belarus. He's 22 years old, 179 centimeters tall and weighing in 71 kilograms. His professional record, 25. 19 wins, 1 loss. В красном углу боец из города Минск, Беларусь. Ему 22 года. Рост 179 сантиметров, вес 71 килограмм. Профессиональный рекорд 20 боев. 19 побед, 1 поражение. Представляет бойцовский клуб Гридин Джим. Жора Акопян. Рефери Эдгар Саарян. На середину. Внимательно, команду, слушаем правила, не нарушаем. Команду, брейк, шаг назад, без удара. Удачи вам по углам. Антропометрические данные. Бойцов на ваших экранах. Оба немножечко не уложились в весовую категорию, но ничего страшного. Поединок не титульный, и здесь есть определенный лимит допуска. Пошел вперед сразу Жора Акопян. Начал с жесткого лоу-кика. Но Владислав Украинец пока что более заряженным, более пружинистым выглядит. Он сейчас сбоку пропустил украинец. Стоп! Стоп! И действительно попал бэкфистом Владислав в предыдущем эпизоде. Очень много ударов он пока выбрасывает, но плотно-плотно перекрыт Жора Акопян. Видно, что невероятно опытные спортсмены. Оба уже искушенные. Несмотря на то, что у Владислава мало пока что поединков по профессионалам. Ну как мало? 8 против 20, если сравнивать именно этих двух ребят. Вот. Несмотря на это, Владислав очень серьезный спортсмен. Хорошо, молодец. Хорошо, умница. Брей! Хорошо, справа попал Владислав, вернул Акопян. Да-да-да, он идет, ты видишь, опережай просто. Опять же, напомню, мотивация зашкаливает у Владислава Украинца в этом бою. Это настоящий матч-реванш. Сейчас боковые с левой пропускает Владислав. Нужно ему быть аккуратнее. Пока что все наскоки Владислава аккуратно разбиваются в волнорез защиты Жоры Акопяна. Очень плотно и вовремя он, точнее, очень плотно и своевременно он перекрывается. Молодец, умница. Внимательно. Боковые, внимательно. Да, вот, опережай. И давай его опережать. Хорошо, да, вот, все, набирай. Справа же это ладно было. Пытается найти брешь в обороне своего оппонента Владислав Украинец. Пока получается слабо, откровенно говоря. Стоп, не держи, внимательно. Да, хорошо. Заключительные 10 секунд. Колено в прыжке от Владислава Украинца. Попал в корпус. Подгонку успел нанести лоу-кик Владислав. И мы ждем второй раунд.
легче, да? Немножко легче. Не зарежешься удар, ты хочешь рубить, ничего не получится. Капните вот на пол. Жорик, передняя ручка немножко работает. И руки не пускай, когда он делает, тебе делает. Не дай совершать глупые вот эти прыжки его. Вот. Ты идешь просто, он тебя хочет вычислить. Хорошо. Ты идешь, ну ты должен раскачиваться, понимаешь? Раскачался где-то, от этой пробей. Либо качай его, качай и резко ходи. Раскачки. Сигнал за ринг. Команды, спортсмены на середину. Второй тайм. Файт! Второй раунд. Начинается с того, что Жора Акопян пошел вперед. Владислав Украинец коленом в прыжке, откровенно говоря, промазал. Я думаю, ни туда, ни в район голени он целился. Продолжает пытаться оказывать прессинг на соперника Владислав Украинец, но, откровенно говоря, все чаще его атаки перехватывает Жора Акопян, превращает в собственные и получает от этого выгоду. Не держим красные. Стоп! Так назад. Не держим. Вот сейчас пошел вперед Жора Акопян. Судя по всему, решил инициативу перехватить окончательно. Никого он ждать не собирается. Вот так и делаешь. Ой, хорошо, молодец. Хорошо, молодец! Не держать синий! Стоп! Стоп! Не держит! Захват удар! Захват удар! Стоп! Попытка бэкфиста от Владислава Украинца. Там все в блок ушло. Стоп! Вы не держите, снимайте. Вы голову не отталкиваете назад. Ну и грязновато, да. Пока что грязновато идет этот поединок. Эдгар Саарян постоянно вынужден вмешиваться в ход боя. Придерживает Владислав. Если он продолжит это делать, вполне возможно, что получит штраф. Не отворачивайся внимательно. Вот движение. Стоп! Раз! Нейтральный угол. И отсчитывают нокдаун Владиславу. Я, если честно, момент удара проморгал, но есть ощущение, что Владислав не поднимется. Он пытается. 9, 10, ау. Нет, снимают с поединка, и, судя по всему, это нокаут в печень. От Жоры Акопяна. Очень хочется посмотреть повторы. Ну и мы ждем официального объявления победителя, друзья. На середину. Уважаемые дамы и господа, рефери остановил поединок на 2:40 второго раунда. Победу нокаутом одержал winner by KO Жора Акопян.